Все, я думаю, он заслуживает премии. Вот. Всех приветствую, ассаляму алейкум. А у вас хасиды как здороваются, Маулик? Тоже ассаляму алейкум. Тоже, так же. Тогда он тоже вас приветствует. Сегодня мы находимся на складе, где заведующим является Маулик. И он немного расскажет, что здесь присутствует, что здесь находится, чем в общем он занимается и для чего этот склад у Экспертстроя. Пожалуйста. Ассаляму алейкум. Ну, занимаемся мы чем? Вот, жалоба есть у нас, водосточная система, получается. Вся, любые цвета. И на них же прямо идут вот эти крепления, держатели, получается. Да, они бывают и короткие бывают. Вот они короткие, есть и длинные. Они только железные, да, да, металлические они, бывают? Они железные, да. А вот, ну, как, рассказывай. Ну, на них, получается, уже угол идет уже, да? Это 90-градусный стандартный угол получается. Угу. И есть, если сам клиент приносит шаблон на 135 градусов на другой угол, получается, на другой градус, тоже наши вот ребята делают такие же тоже углы. Ну, нестандартные получается. Вот, любой другой. Вот в нашем блоге, Маулик, у нас основной акцент по фасаду, основном идет как бы по дворовой части, где-то и кирпичи. Но кровлю в силу определенных моментов мало мы рекламируем. То есть можно смело заявить, что Экспертстрой занимается реализацией кровли. То есть создает красоту, говоря о крыше, верно? Да, да, конечно. И помимо металлических есть еще мягкая кровля. Мягкая кровля Бекин. Есть, да. Экспертстрой является представителем различных компаний, которые занимаются именно кровлей. Также касаемо охвата, клиентской базы, именно говоря о крыше, какие регионы? Ну, на данный момент большинство у нас получается уже Дагестан. Получается, уже весь, ну, в основном, получается, Хасавюрт и Хасавюртовский район. Основной акцент. Да, основной акцент. Ну, а там уже дальше, там, Кизилюрт. Ну, наша задача, конечно же, развить масштаб, охват клиентов, да, да. Помимо вот этих регионов, которые ты сказал, районов Дагестана, и за пределы Дагестана, и плюс в сторону Махачкалы, Дагестана, потому что у нас и цены приемлемые, и качество, конечно же, отличное, и плюс, конечно же, есть такой очень важный сервис, как доставка. Поэтому, и плюс, вот, Маулик, покажи, вот что за дверь. Люди, наверное, хотят понять, это, что там это, находится. Это у нас там уже, деньги хранятся? Уже цех, получается, жестяной, где наши ребята готовят все изделия, которые идут уже вместе с крышей, получается. Там доборные элементы, там карнизные, коробка, ветровые, яндовые. Ну, кто любой знает, яндовый, формат, любой узор, любой необходимый элемент для крыши можно изготовить по размерам, по шаблонам клиента. Да. Это получается, вот это углы стандартные, 4×4 получается. Вот конек, прямо этот круглый конек получается. Вот их на месте делают. И на них заглушки бывают, свои под конец, где ставятся. Что очень немаловажно, также Маулик занимаясь фасадом, да, вот именно фасадные панели, виниловые сайдинги спрашивают обрамление. Да. И в таких случаях либо есть их же продукция, говоря о доке, есть также возможность заказать обрамление из этого же металла в жестяном цеху. Если говорить о локации Хасавюрт, Хасавюртовский район, республики соседние и так далее, и в том числе города Южного Дагестана, там Махачкала, то это тоже мы можем осуществить. Поэтому спасибо Маулику за то, что он не отказал и сказал пару слов. Я думаю, он заслуживает премии, вот еле как сказал, но в итоге вышло это. Баракалав за все. Спасибо. Да, пишите, звоните, он скучает, он ждет заказов.